Этот нарезной ствол лучший, что я видел. Хорошая работа. Вижу, ты нашел хорошее применение алмаза. Это поможет нам увеличить огневую мощь не только пельменя. Мы займемся производством боеприпасов всех калибров. Одобряю, можете продолжать. А не слишком ли велик калибр? Мой кузов выдержит? Казённик возьмет на себя всю нагрузку, еще как выдержит. Ну тогда я готов. Установите эту громадину. Врагу будет не сладко при встрече с тобой. Здравствуй, Рагер. Мы тебя заждались. Двигайся за мной. Нужна твоя помощь в отправке этого монстра на задание. И куда же вы желаете его отправить? Прямиком в ад. Я должен спасти Дориана. Это будет телепорт в один конец. Ты готов, гигант? Приступайте. Ух ты, Левиафан. Вот это джекпот. Какого лешего? Ты кто такой? Я твоя смерть! Умри, вражина! А вот и ты, дорогуша! Здесь ты не пройдешь! Убивать не обещаю, но люлей отвешу знатных! Не понял, как это ты еще жил? Я сказал, ты здесь не пройдешь. Меня не было пару-тройку дней. Что за чудище успел создать профессор МС-1? Пришло время подлатать этого гиганта. Ему сильно досталось. Работы здесь очень много. Инженеры, время использовать сталь со складов. Мы обязаны этому монстру и вернем его в строй. Демонтируйте ствол. Мы сделаем его закалку. Ремонт начнем с башни. После демонтажа доставьте ее внутрь завода. Чего же ты ждешь? В моих владениях шастают советские монстры. Отправляйся внутрь и зачисть там все. Слушаюсь, мой владыка. Будет сделано! Вот блин, Левиафан так всегда бежал от своей смерти. Владыка снова заставил кого-то другого делать всю грязную работу. Ты пожалеешь, что пришел в наши земли?
зачищу эти подземелья от нечисти. Это твоя последняя битва. Дориана тебе уже не спасти. Он движется к вашему заводу. Вижу, что подготовка к отправке на задание идет по плану. Готов громить демонов М270? Готов на все 100. Я уже соскучился по битвам. По прибытию на передовую, распорядись братьям Химмерсом вернуться на завод. Их ждет апгрейд. Так точно. Парни будут рады. Все эти идеи слишком просты и никак не смогут сломить ход войны в нашу пользу. Похоже, мы стареем, брат, и наши башни теряют способность генерировать гениальные идеи. А что если она будет мегатонная? Мегатонная бомба? А звучит хорошо. Молодцы, инженеры! Настоящая командная работа! Продолжайте в том же духе! Брони много не бывает. Приказываю не жалеть стали для ремонта Фердинанда. Крутой результат. Мы потрудились на славу. Армия США скоро усилится. Здравствуй, Фердинанд! Время немного повоевать на стороне США. Слава Америке! Каковы будут приказы? Эти пусковые установки должны выдержать вес бомб, иначе они будут опасны для нас самих. Товарищ профессор, прибыли братья Химмерсы. Отлично, вскоре мы начнем их прокачку. Это царь бомбы, парни. Мощь, которой этот мир не видел. Ух ты, сколько же сладеньких целей для моих ракет. Сейчас будет весело. Доставьте всех их Левиафану в ад. Он будет в восторге. Их становится все больше. Открывать огонь слишком опасно. Святые угодники, это что еще за гигант? Трофеев много не бывает, наша орда станет еще сильнее. Штаб, прием, срочно нужна огневая поддержка, ожидаю подмогу.